Всем привет! И вы на канале Start Play. Сегодня мы играем в игру «Кто я?». «Кто я?». Вот такая вот у нас игра. Мам, расскажи нам, пожалуйста, правила. У нас есть вот такие обручи, которые мы будем одевать на голову. Так, можете их одевать. Там, которые поменьше, так, это Тимурика. Сейчас, давайте сюда вот это попробую сейчас. Потом... Это Тимурика. Да. Ой, да, извиняюсь. Потом есть у нас вот такие карточки. Мы ложим карточки перед собой. У нас будет два тура. Мы ложим... Так, сейчас мы Тимурику поможем одеть. Ложим карточки перед собой. И одеваем так, что получается, тот, кому одели карточку, он не будет знать, что на нем одето. И будет задавать вопросы, кто сидит с ним рядом. И должны отвечать только «да» или «нет» на вопросы. Как? Первый буду я. Вот вопросы, которые вы можете задавать. Так, мы, в общем, одеваем эту карту. А, только «да» или «нет». «Да» или «нет», да. Так, вот, ага. Вот вопросы. Это карточки-подсказки, да? Карточки-подсказки, да. Все понятно. И под кто правильно отгадает, и будет получать вот такие жетончики. Кто больше наберет таких жетончиков, тот и выиграл. Угу. Давайте мне одевать. Так, сейчас я положу, буду давать карточки. Карточки. Так. Так, держите. Спасибо. Так. Так, и мы сейчас вот так должны одеть. Подожди, но да? Надо. Да, Даня, поменяйте карточку. Тимур, не смотри. Иначе мне тоже придется поменять карточку. Так, а я одел ее? Так. Ты не смотри. Да, одел. Теперь дай помоги одеть Дане с Тимуром, давай, чтобы они, он не видел. Дане. Подожди, Тимур, папа тебе поможет сейчас. Подожди, подожди. Подожди, он тебе сам. Даня не знает, что одето. Тимур не должен знать, что одето. А я знаю, что у вас одето. А мы знаем, что одето у тебя. Все молчим. Так, все, у всех одеты карточки. Да. Теперь кто первый начинает? Давайте я. Данил. Данил будет отгадывать. Так. А, так мы за минуту, да? А, да, у нас еще есть вот такие часы. Покажите, вот. Такие песочные часы. И мы их перевернем, и за минуту надо будет отгадать. Сначала один угадывает, да? Да, сначала один. То есть один задает вопросы и пытается выяснить, кто же он. Данил первый. Так, Данил первый пытается, да? Давайте. Ну, хорошо. Итак, время. Все готовы? Время пошло. Так, я начинаю. Да, задавай нам вопросы. А, я живой? Нет. Нет. А, я растение? А, нет. Ну, это как бы растение, да? Ну, смотри вопросы, ты можешь смотреть вопросы. Я животное? Нет. Нет. Я нет? Нет. Нет. Я могу летать? Нет. 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 А я тяжелый? Нет. Нет. Да нет. Есть ли у меня ноги? Нет. Нет. Можно ли меня съесть? Можно. Да. Можно. Да. Могу ли я плавать? Нет. Может, нет. Это просто подсказки. Ты можешь свои вопросы задавать, чтобы мы... Время истекает. Давай. Время истекает, давай. Я полосатый? Нет. Нет. Я красный? Нет. Зеленый? Нет. Фиолетовый? Нет. Нет. Есть варианты, кто ты? Нет, кажется. Сдаешься? Ой, я имя кота спасла. Хорошо. Так, открываем его карточку или нет? Или мы дальше играем? Ты можешь задать еще по одному вопросу папе с Тимуром. Если не отгадаешь, то тогда да. Найди правильные вопросы и задай. Да. Ты уже знаешь, что ты съедобный. Можно узнать, потому что... Сейчас, дай вспомнить. Так. Я маленький? Да. Да. Что получается? Съедобный, маленький. Что же это может быть? Ягода? Нет. Нет. А, так, ну все, он по вопросу задал. Не догадываешься? Ну все, снимай и смотри, что у тебя там. Лимон. Лимон. Ну, вот это сложный, да? Карточку давай. Даня был лимоном. Теперь я, да?
Да. Тимуси дал мне это почетное право. Итак, теперь угадываю я. Поехали! Я съедобный, несъедобный? Да. Да? Да, съедобный. Я овощ или фрукт? Нет. Нет. Я овощ? Нет. Я фрукт? Нет. Нет. Я печеная? Нет. Да. Хотя, ну, да. Может быть, ну, да. Да. Или я вареная? И может быть и такое, да? Я сладкая? Нет. Нет. Я... Мама готовит это? Да. Да, да, как они готовят? Да? Да, вот догадывай, время. Так, я печеная могу быть, я вареная могу быть? Угу. Интересно. Так. Я десерт? Нет. Я основное блюдо? Время кончилось, ты можешь по одному вопросу задать. Я могу быть вареная, могу быть печеная? Да. Будь твой первый вопрос, который... Первый мой вопрос, я... А, я не овощ, не фрукт? Ну, печёное это как? Это как пирожки. Ну, а это такое, что же в духовке может быть печёное? Угу. Я какой-то пирог, наверное, да? Нет. Я... Так. Я пицца? Нет. Ты займёшься? Ещё один вопрос. Ну хоть какие-то, хоть какие-то. Может быть, я какая-нибудь тыква? Нет, сказал же, ни фрукты, ни овощи, естественно. Все получается. Я сдаюсь. Да, смотри, что у тебя. Эх, не хватило мне минутки, и я мясо. Вот это поворот. Так, теперь время Тимурика. Ты готов? Да. Давай. Поехали. Переворачиваем. Задавай нам вопросики. Каким он цветом? Нет. Просто говори, там что-то другое. Это фрукт или овощ? Нет. Нет. А называем? Нет. Нет. Интересно, каким, но... его можно есть? Да. Да. Ой, ням-ням. Ладно, не надо же говорить ничего. Да, не надо. А что... Ну, оно, у него есть ноги? Нет. Нет. Руки? Нет. Его же можно есть, но как у него? Крылья? Нет. Ням-ням-ням-ням, мы любим. А ручки? Нет. Нет. Тыкву? Нет. Мороженое? Оно близко, но не мороженое, нет. Оно холодное? Нет. Интересно, что это такое? Кончается время, давай. Оно красивое. Красивое бывает всякое. Всякое красивое бывает. Ой, Еве стекло. Ну, говорит, задавай еще вопросы, можешь задать. Еще можешь задать вопросики. По твоему вопросу, короче. Да, оно красивое, съедобное. Ням-ням-ням. Ну, что там? А кто его любит? Я. Все дети любят. Да или нет, мы говорим. А чупа-чупс? Ой, я нет. Про, я не про... Да, нет. Нет. Леденец. Так, нет, еще один вопрос. Вот так. Я люблю его. Я люблю только чупа-чупса. Я снимаю. Все, сдаешься, да? Чупа-чупс. Тортик! Давай сюда. И это был тортик. В общем, никто не отгадал первый. Первый раунд. Ну, на самом деле, это сложная игра, и первый раунд никто не отгадал. Давайте следующий. Теперь у нас второй. Давайте следующий. Следующий буду я первый. Давай, потом я. Хорошо. Следующий угадывает Тимурик. Так, сейчас я... Сейчас мама найдет нам такие карточки, которые мы не сможем, наверное, отгадать. Но мы будем стараться. Да? Она карточки попала сегодня, не знаю, куда только. Что-то она задумала там. Так, вот это папе? Это папе. Так, подожди сейчас. А эту карту, подожди, это была здесь, это, наверное, да. Подожди, это Данил, не смотри, папа оденет. Одень ему сразу, а то Тимуру тоже сейчас.
Сейчас папа сразу вам оденет. А я знаю, что это. Так, одевайте Тимура, чтобы он не видел. Так, одеваем Тимуру. И сейчас я одену себе. А я знаю, что у Данила. И что у папы. Я тоже знаю. Так, папа первый начинает. А кто, Даня Тимурик первый начинает? Тимурик начинает первый. Так, Тимурик, ну давай. Итак, поехали! Оно вкусное? Нет. Нет. Оно живое? Нет. Нет. Что же может быть? Это фрукт и овощ? Нет. Нет. Что же может быть? Тыква? Нет. Спроси, оно съедобное, несъедобное? Оно съедобное, несъедобное? Съедобное, спроси. Спроси, съедобное? Съедобное? Нет. Его нельзя кушать. А кто это может быть? А какое... кто ее любит? Нет. Зайцы? Да. Зайцы его любят? Нет. Нет. Он умеет плавать? Нет. Он создает сум? Да. Да. Сова? Нет. Все? Не, кончилось. Ну, подавай еще вопросы. По два. Это был, ты задавал, это живое, не живое, мы сказали, не живое. Нет, это не живое, не живое, нет. Плавать не умеет оно. Шум но создает. Оно шумит оно. Дячу. Это не живое. Не живое, он не живой. Что может у нас не живое быть? Балабан? Но это не барабан. Каким оно цветом? Они бывают разные. Ну, нет, не знаю. Нам нельзя говорить. Да. Все? Сдаешься? Да. Давай. Какая-то сложная игра, никто не может отгадать. Трактор. 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 Это был трактор. Да. Не живой, создает шум, не умеет плавать. А теперь Данил? Теперь Данил. Итак, поехали. Так, это живое? Нет. Нет. Оно умеет плавать? Нет. Съедобное? Нет. Нет. Ну ты какие-нибудь догадки тебе будут говорить, да, нет. Оно большое или маленькое? Маленькое. Да не маленькое, оно... Как вопрос, оно большое или маленькое? Ну такое. Да или нет? Оно большое? Нет. Не маленькое. Маленькое? Нет. Наверное, среднее, наверное, не знаю. Ну, хоть какие-то догадки, давай, время-то идет. Ей так мало. Сейчас это... Время. Планшет? Почему никто не спрашивает? Нет. Можно нет. На нем ездить, нельзя. Погоди, а можно на нем ездить? Да. Что, да. Получается, машина? Нет. Давай. Он что еще? Он, наверное, сомнительный. Не подсказывай. Не знаю. Не подсказывай. Можно ездить. Что это получается? Как же это называется сейчас? Так, оно большое. Оно среднее. Да, среднее, на нем можно ездить. О! У нас есть один первый победитель! Следующий, папа! Давай, фишку снимай, Даня. Так, и Даня получает одну фишку. Да, фишка. Следующий я? Моя. Итак, поехали! Так. На нем можно ездить? Нет. Ну, ездить-то нет. Можно. Ну, как ездить? Он не ездит, наоборот. Но это... Но ездить можно. Сидеть не можно. Это велосипед? Нет. Это транспортное средство? Да. Да. Такое. Транспортное. Это инвалидная коляска? Инвалидная коляска. Нет. Нет. Это транспортное средство, да? Да. Угу. Это механическое транспортное средство? Ну, не совсем. Нет. Не совсем. На нем ездить по дорогам? Нет. На нем плавать? Так, на нем ездить. Время прошло. Сейчас. Это не транспортное, да? Да, транспортное.
Транспортное. Это большое или маленькое? Большое. А, это большое? Да. Да. Блин, я вообще не знаю, что это. Ты спроси, какое это. Это тележка? Нет. Я даже не знаю, что это уже. Нет, ну это транспортное средство, на котором ездят. Ну, какое оно бывает, транспортное средство? На котором ездят. Это живое, не живое? Это не живое. Нет. Транспортное средство, оно не живое, как-то странно. Ну, лошадь может быть транспортное средство. Ну, ты спроси, какое у нас транспортное средство бывает? Это машина? Нет. Мотоцикл? Нет. Бывает... Мопед? Бывает какое у нас? Водное, бывает такое, еще такие транспортные средства. Но это водное транспортное средство? Нет. Это транспортное средство по земле? Нет. Нет. Это воздушное транспортное да, средство? Да. Это самолет? Нет. Нет. Это парашют? Нет. Это воздушный шар? Да. О, как же тяжело! Время вышло, вы засчитаете мне? Засчитаем, да, папа? А? Да. Давайте. Хорошо, я тоже получил один значок. А почему имя кончилось, а он загадывал еще? Ну ничего. Что-то я, наверное, неправильно. Да? Да. Наверное, конфискуйте у меня. Все, забираем тогда. Да, папа много загадывал. Так будет честно? Честно? Да. Все, следующий я. Я. Вот это мы одеваем Тимурику. Так. Тимурику. Давайте, давайте. Так, давайте. Сейчас мы оденем Тимурику. Не знаю, что это. Вот это мы одеваем Дани. Дани. Одеваем. О, Дани, я знаю. А вот это мы одеваем папе. Одеваем папе. И это одеваем папе. Так. Кто? А кто начинает? Сейчас, наверное, папа начинает. Папа? Давай папа. Ну хорошо, опять папа. Итак, поехали. Так, вот. Это живое? Нет. Нет. Это транспортное средство? Нет. Нет. Это в доме у нас есть? Да. Да. Это для кухни? Нет. Нет. Это для зала? Ну, может быть. Да. Или для ванны? Нет. Нет. Это на нем можно сидеть? Нет. В нем его можно играть? Ну, как можно в него играть? Да. Это развлекательное? Да. Да. Это электрическое? Да. Развлекательное, электрическое. Можно играть. Его можно слушать? Ну, можно, конечно. Да. Какую-то музыку можно? Музыку. Это компьютер? Да. Да. Молодец, получает первый. Я получаю. У меня даже не закончилось время. Следующий кто у нас будет? Я. Тимурик. Давай, ну, хорошо. Я снимаю. Во, я угадал. Давай. Оно транспортное? Нет. На нем можно сидеть? Нет. Нет. На нем можно плавать? Нет. На нем можно ездить? Нет. Это... Спроси, дома у нас есть? А дома у нас есть? Да. Да. Оно электрическое? Да. Телефон? Нет. Компьютер? Нет. Планшет? Нет. Мобильный телефон? Нет. А что еще есть? Давай, думай, думай, думай. Телевизор? Да! Да! Это время тоже не кончилось. Вот, смотри. Все честно. Телевизор. И у нас есть еще один победитель. У нас у каждого по красному кружочку. И время еще шло. А сейчас зависит от Дани. Так, и Даня. Сейчас. Теперь Даня. Даня, так. Ты готов? Да. Поехали, переворачиваем наши часики. Так, оно живое? Нет. Нет. На нем можно ездить? Нет. Оно у нас есть дома?
Да. Дома есть, да. Да, да, есть. Только в другом как бы. Нет, дома есть. Есть дома, да. Да. Стол? Нет. Нет. Шкаф? Нет. Нет. Диван? Нет. Нет. Кровать? Нет. Нет. Что это такое? Телефон? Да! Да! Как он быстро угадал. Данил получает же. Смотри, какой телефон. Но он угадал. Телефон, да. Тайвань посол. Третий раунд прошел и подсчитываем. А, это уже третий раунд. Да, уже третий раунд. И это мы уже закончили игру. Как приходится четыре раунда? Но Тимурику понравилось, ему хочется четвертый раунд. Да мне не понравилось, давайте еще один. Тимурик хочет еще один раунд. Ну давай еще один раунд. Давай еще один раунд. Давай еще один раунд, хорошо. Тимурик у нас это... Дай мое. Все. О, чего у нас еще не было? Я все съеду сквозь карточки. Сейчас я вам дам. Что же это будет? Будет что-то интересное. Мама там что-то придумывает нам. Наверное, она сейчас как наколдует карточками. Так. Это пап тебе. Это папе, убираем. Я первый буду угадывать. Нет, давайте это я. Данил. Нет. Это Данилу. Так. Я хочу первый. А все, сначала ты, потом подожди, я. Сейчас папа тебе придет. Потом я, сейчас я. Так. А это Тимуру. И теперь одеваем Тимурику. И папа одевает папе. Папа одевает папе. И кто там у нас? Я одел? Да. Я первый хочу. Теперь так, и кто первый? Я. Хорошо, поехали. Оно есть дома? Нет. У нас нету. Оно сырое? Да. Оно еще стоит. Мы только из дерева. Дерево? Можно. Побел? Нет. Медведь? Нет. Хотя... Бензопила? Нет. Бензопила-то не живо. Оно сильное? Нет. Мама-то? Нет. Это вообще, да, я вообще не знаю. Спроси, оно какое там? Пушистое? Да. Да. Кошка? Да! Да! И Тимурик получает. И Тимурик тоже угадал. Молодец! Петюлю? Молодец! Теперь так, кто? Теперь Даня. Даня, да? Да, ну живой. Ты готов? Живой. Да, готов. Готов. Давай, переворачиваем давай. Наши часики, время пошло. Так, я сейчас подумаю, ну живой, да? Да. Это собака? Да. Да. Со второго вопроса он угадал, это собака. Это же в другую сторону. Я хочу пятый уровень. Сейчас. Я уже знаю. Пятый, нет, это у нас последний раунд. Так, и я готов, следующий я. Так, и переворачиваем папа. Время. Это живое, не живое? Да. Живое. Это домашнее животное? Нет. Это дикое животное? Да. Это да. Медведь? Да. Да. Как так угадал? С трех вопросов. Вот теперь мы приловчились. У тебя две фишки получилось? И у нас две, и у нас у всех по две фишки. У Дани три. А, у Дани три? Да. Так здесь выиграл Даня, но мы тебя поздравляем. Я самый главный. Ты самый умный среди нас оказался. И быстренько... победила дружба. И победила дружба. Да. Это клевая игра «Угадайка». Мне очень понравилось. Сначала было тяжело, но потом мы приловчились. Да. Ребят, вам понравилось? Да. Класс. Ребят, скажите, а понравилось ли вам? Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На мой. На мой. На мой. Всем пока!